Это жизнь с поколением моим. Иногда я боюсь, мы последние, кто был любим. А потом от бесплодных идей до нежданных детей. И уже позабудем, где выход из этих сетей. Известно какое, что грех повторять. Мы бросаем как лишнее больше, чем можно терять. Посмотри, оглянись и подумай, как мы могли потерять в суете с перепугу вектор земли. Мы уже натворили такого, что пройдет мура. Отделить от России Москву, как зло от добра. И мы воем хороших людей, мол, негде сыскать. Только ищем не их, а карьеру, да с кем ты исправишь. Я решил, я один на пути, и ладно, отбой. Но какой-то вселенский закон свел нас с тобой. И теперь наши спины, как есть, направлены врозь. И даже не глядя, мы видим друг друга насквозь. Рядом в кустах маячит успех. Только нити от рук дрожат, тянутся вверх. И ты режешь их прочь, что я кукла, зря я пляшу. Оказалось, это стропа, вверху парашют. Было больно упасть, хорошо мы еще на земле. Деньги теперь вышло мне. Так что крепче держись ты легка, как осенний листок. И смелее со мною искать восходящий поток. Что нам могут сказать на прощанье, когда мы взлетим? Не желая ни чужого добра, ни чужого пути. Дорога, открытая нам, шага, как Майдан. Но пуска пытаться идти по чьим-то следам. Себя тренером лучше не верить. Ведь свобода не стены ломать, а выйти за дверь. Посмотри, оглянись, мы дошли почти по воде. Нас держала лишь милость Господня да помощь людей. Все готово к полету, и летчик заводит мотор. И мы смотрим на флюгер и ждем, когда кончится шторм. Скоро солнце покажется в небе, разбудит азарт. Но еще больше верим на отпуску в наших глазах. И мы летим, потому что мы знаем, что небо наш дом. Мы поздравим с полетом себя, тех, кто знаком.
синим тех, что смогли передать нам без опасений вектор земли. Спасибо. В прошлый раз у меня не получилось. Испугался, что забыл. На самом деле, спасибо большое. Вот. И еще одна песня. Вот. Вот как в прошлом году я рассказывал про песню «Давай», что на фестивале «Одуванчик золотой» ее с помощью мастеров немножко подредактировал. Вот в этом году тоже был такой фестиваль. И спасибо мастерам, в первую очередь, Марии Гескиной и Татьяне Дрыгиной. Вот сейчас прозвучит новая редакция песни «Покажи мне мир». Всю мою
Спасибо.